Если призадуматься, то оказывается, мы даже не знаем элементарных вещей, как резать арбуз. Вот арбуз, 10 килограмм. Опять же, это даже не арбуз, а кавун. Кавун. А гарбуз, гарбуз по-нашему, по-гастагаевски, это тыква. Вот, ну проще всего, конечно, вот так вот резать. Ну куда такой здоровенный арбуз, куда мы его будем девать? А видела, как Ирина у нас из Урала была? Она вот так вот отрезала арбуз, вот так вот, и потом его так красиво, я не знаю. Как бы попки отрезала. Да, 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 но тут был арбуз маленький, вот. А ты предлагаешь вот так вот обрезать, и что тогда? Поперек, на две половины. Да, и как его хранить? Тогда нужно необходимо тарелку, две тарелки, из чего мы будем есть кашу. Поэтому я предлагаю арбуз порезать. У нас что в доме, две тарелки? Ну, такие, которые это самое. Вообще, может, арбуз-то что попало. Вот такие красивые две. О, треснул, треснул, треснул арбузяка. Ой, да вообще. Что теперь делать-то? Давай порежем по этой. По трещине. Ну, да. Будем соответствовать. Наверное, очень спелый. Нынче странное дело. Покупали вот мы такие арбузы, правда помельче, они трескаются под ножом, но цвет у них был бледно-розовый. Как да бы, это какие-то цыгане продавали, я не знаю. А это от фермера из хутора Стрелки. Ого! О, красный, прекрасный. Красота. И шкурка тонкая. Но надо сказать, что никакие фермерские арбузы в это лето не подешевели меньше 15 рублей. В Варениковке видели мы по 10. В прошлом году дешевле. Такие не шибки. В прошлом году, да, дешевле были. Сладкие. Ну, вообще вопрос остается открытым. Как лучше резать арбузы? Может быть, кто-нибудь знает и подскажет нам, потому что жить мы собираемся еще на Кубани долго. И арбузов придется резать еще сотни две. Может быть, сотни четыре. Ну, юморист. Ну что теперь, он треснутый. Как вот его теперь хранить? Трещина идет вниз. Он будет вытекать. Придется он уже течет. Придется есть здоровый образ жизни. Будем вести, промывать эти самые почки, организм. Так, есть так, арбуз. Так. Кушать и писать, кушать и писать. Что делать? Ну, говорят, нужно арбузов съедать за сезон свой вес. Если вы весите 50 килограмм, то 50 килограммов арбузов надо за лето съесть. А если 120, значит 120. Давай его тогда чтобы дорежем, промыть почки. Дорежем, это туда бросим, а это туда бросим, угу, а это съедим. Угу, угу. Давай. Ой, капец какой-то. Вот. Ой-ой-ой. Все, кашу не едим, садимся на арбузную диету. Раз ты говоришь кашу, из чего мы будем есть. Ну, кстати, наверное, очень полезная арбузная диета. Но я люблю арбуз с белым хлебом, с батоном, а это не полезно. У нас лаваш сегодня. Наступим на горло своим пристрастием и будем есть один арбуз, ну, без все, никто. Давай, что-то надо приниматься уже за дело. Ага. Друзья, кто в Гастагаевской живет, приезжайте сегодня к нам на арбуз. Да, да, да. Завтра его уже не будет, съедим. Да. Всем пока-пока. Очень сладкий. А нам приятного аппетита.